Я Олеся, мне 13 лет. Да, я пою, иногда даже я на концертную вот тут выступаю, иногда даже туда езжу в лагеря на профильные смены. Профильная смена – это когда приезжаешь в лагерь, там отдохнуть, да, и там как бы концерт идет и гала-концерт. Для нас как праздник. На гала-концерте подарки, там всякое такое вручают за то, что мы выступаем. Кто, естественно, прошел на гала-концерт, тот и выступает. Ну, я уже как-то второй год промахиваюсь, но думаю, в следующем году пройду. Ну, я не знаю, у меня почему-то идет образ. У меня квартира, машина, ну, то есть я... У меня свой клуб, я танцую, то есть я преподаватель танцев или даже песен. Вот постоянно или снится, или идет образ этот. Поэтому как-то вот я уже даже представляю и уже ставлю направление, то что вот я буду или преподавать пение, или танцы. У меня много друзей, у меня большой круг общения, я знакомлюсь со всеми как-то быстро. Ну, что нас объединяет с друзьями, это то, что мы вместе любим пошутить и то, что никогда не грустим. Сложный вопрос. Ну, я не знаю, в Таиланд, например, или в Египет. Я хочу поступить в театральный институт. Почему? Потому что если я умею петь, да, зачем же скрывать это? Можно просто стать хорошим актером. И поэтому я хочу пойти в институт там какой-нибудь такой. Я больше всего хочу, чтобы меня забрала какая-нибудь семья, и мы жили долго и счастливо. Я просто, у меня идет образ мама, папа, я, сестренка или братик. И все, и